Всем привет, ребята! С вами я, Валерий23. И в этом видео вы увидите полное прохождение игры Ice Cream, первый эпизод. Перед тем, как посмотреть мое видео, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о моих новых видео. И на кнопку подписаться, чтобы вы были подписаны на меня всегда. Итак, давайте не будем тянуть время. Сразу приступим проходить. Ice Cream, первый эпизод. И сегодня будем играть на призраке, чтобы было быстро пройти. Итак, приступаем. Для этого нам нужно найти канат. Нет его. Вот он. Так, и теперь мы возьмем рогатку на всякий случай. Идем в гараж. Пропускаем и берем канистру. Нет, не повезло. Бывает там. Бывает, что тут. Идем в кафетерий. Потом на детскую площадку. Вот, за маслом. И кто по смене следующий? Эмили. Идем в детскую площадку. Заодно посмотрим ключи офисные. Вот. Давайте мы сразу наполним бензином канистру. Запутался. Так. Бежим. Все. Смотрим. О. Рот за мной. Ползает. Mm-hmm,
Странно. Все, кидаем в фургон. Вот. Все, теперь мы идем к подъемному крану, чтобы вот эту трубу опустить. Нам может и повезет, если с первого раза получится, тогда хорошо. Первая проблема. Нет. Давайте тут. Нет. Короче, так, да? Так. Давайте так, да? Подошло. Так, теперь мы бежим и ищем куртку охранника. Нет. О, вот она. Нашли. Все, как нам хорошо повезло, что недалеко была куртка. Теперь мы едем к... Сейчас скажу вам, к парковке. Да. Так, берем канистру. Давайте сразу попадем, если сможем. Сейчас встану так. Так. Давай. Это цель так. Короче. Нет. Чего это? Блин. Короче. Давайте мы в кафетерию поедем, чтобы оружие выиграть. В автомате выиграем. Тут должен код быть. Тут может быть. О, отлично. Да блин, рот.
ты меня отвлекаешь. Че, мне ты взял? Is anybody looking? Теперь едем на детскую площадку, чтобы... Ох, там мальчик. Сейчас вы увидите, какому, вот этому. А, монеты. Вот. Все. Теперь мы едем к парковке. Блин, чего я сразу не делал? Сейчас, давайте сразу делаем. Обратно. Возьмем сразу заранее ключ. Теперь едем на парковку. Вот так вот. Судьба. Давайте посмотрим, сможем попасть или нет. По идее должен. Ура, попал. Круто. Ну вот. Так. 234. Ну, о, рядом. Выглядит. Вот у нас последний движ. Спустился. И теперь не может идти куда-то. Этого главного героя зовут Чарли, чтобы вы знали. Вот, ребята, и видео заканчивается.
Подпишитесь на меня, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление. Спасибо за просмотр. С вами я был, Валерий 23. Всего доброго. Всем пока.